Проезд дорожает, и это не первоапрельская шутка. Неприятный сюрприз приготовили пассажирам маршруток, троллейбусов и метро сразу в нескольких городах. С сегодняшнего дня придется платить больше на 1 гривню. Улучшится ли сервис? А ответ на этот вопрос искали журналисты подробностей. Не прошло и года после предыдущего подорожания проезда в маршрутках, как в Ривне перевозчики снова потребовали за свои услуги больше на 1 гривну. Аргументы – рост минимальной зарплаты и повышение цен на топливо и автозапчасти. Власти в поисках компромисса между интересами пассажиров и перевозчиков решили договориться. У многих перевозчиков вартість проезда за их розрахунками складала 6 гривен и больше. Ми перевірили ці інформаційні матеріали і зробили свій розрахунок. Висновок антимонопольного комітету, що вартість проїзду в маршрутках міста Рівне не повинна перевищити 5 гривень. Улучшення комфорту пасажирам чекати не слідують. Перевозчики утверджують, що ціна в 5 гривень за білет достатньо для того, щоб вижити. Якщо в когось є ілюзія, що завдяки цьому підняттю перевізники покращать своє обслуговування, куплять новіші автобуси, ще щось в цьому, ні, цього не відбудеться. 5 гривень якраз покриє от ту надбавку до вартості пального і запчастин. Платить більше жителі Рівне будуть і в тролейбусах. 3 гривни вместо 2. А в Харькове проезд в троллейбусах и трамваях подорожал еще 29 марта с 3 до 4 гривен за поездку. В метрополитене одна поездка теперь стоит 5 гривен. Аргументы у чиновников те же. Но вот активисты, прорвавшиеся на заседание исполкома, предлагают сначала провести аудит коммунальных предприятий и выяснить, откуда берутся убытки, которые потом пытаются компенсировать из карманов харьковчан. Вопросы, также предложения. Не покупать трамваи и троллейбусы в 2-3 раза дороже, чем в других городах Украины. Но слушать критику чиновники не захотели и единогласно решили поднимать тарифы. В Ужгороде, кроме повышения цен билета до 5 гривен, проезд станет платным для школьников. Им придется выложить 3 гривны. В мэрии говорят, цену подняли по требованию перевозчиков. Згідно методики розрахунку тарифів, у випадку підвищення будь-якого чинника або складової тарифу, будь-то заробітна плата, паливно-мастильні матеріали, шини, акумулятори, ми зобов'язані переглянути тариф. Подорожает проезды во Львове. С середины апреля и в трамваях, и в троллейбусах придется заплатить не 3, а 5 гривен. И это если покупать билет в специализированных киосках. У водителя он обойдется дороже. Впрочем, перевозчики даже такой тариф считают заниженным. После того, как взросла вартість на дизельне пальне, мы не встановили тариф, який би мав бути. Мы подавали розрахунки, и місто погодилося, що тариф має бути десь в межах 6,50-6,80. Встановили тариф 5 гривен. Решение о подорожании во Львове еще должны утвердить городские власти. Юлия Косян, Снежана Сидорук, Марина Коваль, Светлана Шакера, Николай Василюк, Галина Якушка. Подробности телеканал «Интер».